Парикмахер ТВ. Видео сегодняшнего дня не является завершенным мастер-классом. Мы лишь делимся техникой нанесения бандора на волосы. Возможно, это будет полезно для начинающих мастеров. Давайте посмотрим. Thank you.
Сегодня вашему вниманию было представлено окрашивание. Оно выполнялось в технике свободной руки. То есть в последнее время данная техника становится очень популярной, так как дает очень мягкие переходы цветов, очень естественные результаты. Хотелось бы рассказать несколько нюансов по поводу техники нанесения. Мы использовали косметику фирмы Vela, а именно использовали блондор. То есть мы его наносили специальными принадлежностями. Обратите внимание на технику нанесения. То есть вы можете увидеть, что мы наносили буквой V, V-образными проборами. И по контуру прядей нанесение более обильное. Обратите внимание, что нанесение порошка осветляющего к концам более плотное. Время выдержки при такой технике нанесения не изменяется, оно является классическим, около 50 минут. По истечению данного времени мы смоем порошок и затем далее мы посмотрим, стоит ли нам тонировать или нет. Парикмахер ТВ.